Всем еще раз привет, снова Lexa Force, мы досматриваем серию Минески, Vici Gaming, J-Storm, третья карта, вторая карта получилась просто нереальной, у нас был камбэк, у нас казалось, что уже все, намечается 2-0, но оказались игроки без байбеков, то, что творил Рубик, трудно описать, это, конечно, просто какая-то нереальная игра от Джапса. Сегодня в целом, все игры, которые я видел от Джапса, они божественные, на Windranger дважды, на Рубике, на Лишраке, все игры прям... Можно разбирать, если вы четвертая позиция, и смотреть, что он вообще делает, либо даже пятая позиция. Мы видим, что на прошлой карте получилось, что Рубик стал четверкой в один момент, а не пятеркой, и Сэн Кинг покупал варды. Ну ладно, прошлую карту мы оставим. Если вдруг вы ее не смотрели, обязательно вторая карта. Минески, Vici Gaming, J-Storm, обязательно к просмотру. Последние минут 20 имеет смысл захватить. Ну а мы смотрим за этой картой. Герокоптер Дизраптор от Vici Gaming, J-Storm, и Верка и Сэн Кинг от команды Минески на первой стадии. Да, решающая третья карта. Понимаю, победитель у нас выходит в верхнюю сетку, правильно? Победитель также, выходит также, в верхнюю сетку. Я даже скажу, ну понимаешь, в чем проблема? То есть мотивация проиграть, потому что ты выходишь на команду PSG LGD. Вот в чем нюанс. Если ты выиграешь сейчас. Да. При этом ты все-таки падаешь во второй раунд лузеров, а проигравший этого матча выходит на команду Infamous. То есть, в общем-то, тут в любом случае победа, поражение, все будет нормально. Кто проиграет, не особо расстроится, потому что он пройдет, в общем-то, Infamous, я думаю, легко. Infamous на этом турнире ничего показать толком не смогли. Как я понимаю, они вообще все карты проиграли. Да, 2-0 LGD PSG, 2-0 против как раз-таки Vici Gaming J Thunder. Как-то так. Mm-hmm. Сетка вообще почти вся сформирована. Na'Vi, Vici Gaming, VG J Thunder, TFT. Spirit Evil Geniuses, а по виннерам Liquid CNC, Secret Optic, VP Newbie, но LGD свой оппонента ждет, это я только что сказал. И у нас уже будет полноценные игры в плей-оффе. Правда, плей-офф на стадионе будет только 2 дня. Ну и что самое крутое, что сейчас хайпят многие игроки, что первый раунд лузеров формата BO3. BO1 не будет. Это реально круто, то есть какие-то случайные вылеты команд не произойдут, все будет в честном бою. Как-то так. Вот такая вот инфа. Так, вторая стадия банов завершается. Медуза Сларк от команды Минески. И Тимбер и ДП от Vici Gaming J Storm. Остается в драфте, кстати говоря, Лайфстиллер. И мне пока он прям очень нравится для Минески. Против Герокоптера. Против Герокоптера это, да, действительно один из лучших, наверное, героев. Но Минески забирает пока что Тайтхантера, героя, которым они просто разорвали на первой карте. Там трипрешер, блинк за 25 минут от Айса. Просто потрясающее исполнение от хардлейнера команды Минески. Но здесь все может быть не так однозначно. Если придет он на лайн Герокоптер, Дизраптор, там все будет не так. Не так легко. Его, конечно, может прикрыть Windranger на такой линии. Вот, и не так тяжело будет, но если вдруг помощь Windranger понадобится в каком-то другом месте, то у Tidehunter должны, мне кажется, возникнуть проблемы на таком лайне. Смотрим, чем ответит VG Storm. Какой-то нужным саппортом четвертой позиции, пятым. Посмотрим. Кстати, ну, четвертый, конечно же. Ну, или саппорт такой, четверка-пятерка, который будет стоять на линии с Герокоптером и обеспечивать ему full free farm. Но так сейчас редко кто играет. Вот с четвертых позиций сильных остались Бейн, наверное, какой-то. Лишрак, кстати говоря, в поле остается. Лишрак, да, действительно. Лишрак хорош против Windranger. Он сжигает ее, там, независимо от того, включен у нее Windrun или нет. Mm. Это, правда, такой приятный бонус. Жаль, что забывает временами про Shadow Demon. Он и против Tidehunter, это, в общем-то, хорош за счет ультимейта своего. Против Эрки, понятное дело, мы это уже видели, но здесь его уже просто некуда девать. В целом, нужно помнить, что ультимейт СД достаточно сильная штука. Против таких вот жироклов, как Tidehunter и прочее. Его просто некуда, ну, то есть, куда ты его... Да, понятно, я говорю, что здесь его конкретно деть уже просто некуда, конечно. Его просто уже некуда втыкать. Сделать Дизраптора четверкой. Ну, можно, кстати, Дизраптора сделать четверкой, купить каких-то там статовых вещей, наряд. Отправить, пускай Тандерстрайки кидает на харде. Это... При желании, конечно, это всегда можно сделать, просто незачем.
незачем. Лучше взять что-то такое более полезное на четвертую позицию. Очень долго думает СВГ. Все дополнительное время он потратил, ну, может, для того, чтобы выстроить драфт сейчас. Нет. Да нет, похоже, не вылетел. Просто обдумывают стратегию целиком. Вот в этот момент появляется Doom. Выбор хороший по нескольким причинам. Первая причина. Doom — герой, который контрит своим ультимейтом практически любого персонажа. Даже вот есть герои, да, которых мы называем порой приятных, да, для игры против Дума. Что, мол, типа, кидаешь Дум на какого-нибудь ДК форме, якобы ему наплевать. Типа, вот он стоит и бьет. Так. Ага. Но БКБ ему не нажать. Не, ну слушай, а если у Суэ я Свен, я нажал ультимейт и нажал БКБ, ну, вот какая мне разница? Это уже немного другой вопрос. Тут зависит все от того, как, типа, Свен. Ну вот он, например, нажал ульт, да, и нажал БКБ, а ты приходишь Думом, даешь ему ультимейт. Это тоже неплохо, потому что он не может первым ворваться куда-то. А вот если вот он первый прыгнул, дал ульту БКБ Стан Варкрай, полностью раскастовался и уже кого-то убил, ну, естественно, у него ульт как-то кастовать не хочется. Тут от многих факторов зависит. Я могу назвать два героя, описание которых действительно вот подходит под такой комментарий, типа, ну, кинул Дум и вообще наплевать. Это Врейс Кинг. Потому что ты кинул Дума, он, ну, реинкарнировал. И Мипа. Потому что ты кинул Дум на Мипа, одного отконтролил, а все остальные бьют. Вот это да. Сейчас это бы вот... Дум на Мипа кинуть, конечно, в 2018. Ну, так, а, ну что поделать. Вот там начинается драка, в кого-то надо кинуть Дум. У тебя 200 хп, твои действия. Да, ну, лучше в рейндж крипа, наверное, кинуть. Ну, можешь в рейндж крипа кинуть. Ты хотя бы его зафармишь, заработаешь. Да, 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 по крайней мере его зафармишь. Вот, а про всех остальных героев, ну, так, конечно, какая-то доля правды в этом есть. Конечно, если ты фантомка с 6 слотами и тебе кинули Дум, ну, ты правда можешь как бы стоять и бить. Естественно, должны быть какие-то другие приоритеты у Дума, но все равно, если Дум кидается на какого-то кэри сильного, в любом случае, этот кэри, он не должен просто автоатачить, у него должны быть какие-то скиллы, да, вот у фантомки блинк, например, у Сларка там Паунс Дарк Пакт, допустим, да, у Свена, ну, ему тоже там лишний раз в драке хочется стан скастовать в конце концов, может, он там чуть не успеет прожить, так что Doom это всегда, практически, всегда стабильный, хороший вариант. Вспомните игру команды Flight to Moon, чем они дошли до Ликвиду? В основном Doom, Doom Бэхаут они играют. Очень хорошая, очень сильная комбинация. И Doom как бы за последние патчи он хуже-то особо не стал, как мне кажется. То есть с него можно открывать свой пик. Его можно взять на третью-четвертую позицию. И он, ну, фактически всегда полезен, но он много героев закрывает. Например, против Дума, ну, уже как-то не хочется брать антимага, которым, вот, например, Минески любит играть. Против Дума порой не хочется брать там Шторма и Эмбера, вот всяких таких персонажей, которых тяжело поймать. Ибо Дум их контрит и, ну, ультует в них, и все. И что с этим не поделать. И тут у нас, кстати, Дум. Дум позиция, ну, пока тоже не ясно, третья или четвертая, что у нас за Лешрак будет. Но очевидно, что это, похоже, парочка, да? Вот Дум плюс Леший. Пара, которая пройдет на лайн к троллю, будет с ним там бороться. Тролля будет саппортить пока что Синкинг, возможно, к нему еще придет Виндрейнджер. Но в таком случае Виндрейнджер придется бросить Тайдхантера. По ластпикам, что у нас остается? Бан Тинкера. Если банится Тинкер, скорее всего, ну, VGJ Storm хотят, может быть, взять какой-то такой герой, не мобильного какого-то персонажа на центр. Потому что если Минески ответят на это пиком... Да, это правда вау. Если Минески ответят на это пиком Тинкера, то, ну, как бы будет плохо. И как раз Энигма — это тот герой, да? Ты пикаешь Энигму, если враг отвечает пиком Тинкера, у тебя проблемы. Получается, Лешрак соломит, Энигма сложная линия и трипла полноценная. Doom Disruptor Gyrocopter, скорее всего, в боте. Ну, Doom может быть где-то поромит там через... Но Энигме особо помощь не нужна. То есть стоять с Энигмой на первом уровне не надо. Не надо с ним стоять на первом уровне. Он скушает раз крипа оранжевого, два крипа, постоит под вышкой, апнет третий левел. Вот тогда милости просим. Вторые долоны, там уже, может, какие-то первые артефакты у Энигмы появятся, и вот там можно действительно шороху навести очень много. Но, кстати, тролль — это хороший вариант против Энигмы, потому что у него, во-первых, есть оранжевая форма атаки, а оранжевики против Энигмы лучше работают, потому что, ну, на лайне конкретно ты можешь и долонов бить. И у него есть вот эти дротики, топоры, которые он кидает, да, далеко, вот, и может кларити сбить. И Энигме некомфортно играть против такого героя, как тролль, потому что, ну типа он с большого расстояния сбивает кларити. Ритосы. Может быть, кстати, все-таки Doom в топе и стартанет для того, чтобы помочь Энигме. Вот
раскачаться и чтобы ей не сбивали Кларити. Вот, может, с этой точки зрения Дум там будет полезен. Глянем. И давайте Верку в мид и Рубика саппорта, а? Эх, Лина. Лина, да. А, ну в любом случае, да, Верка саппорт получается, Лина на центр для Муна. Интересно, интересно. Ну, драфт действительно хороший. По сути, Энигма, Блинк, БКБ и все. И как бы Блэк Холл, который ничем не сбить, который ничем не сконтрить. Если до этого игра как-то дотянется, если она будет идти спокойно, то это будет на руку в игре Шторм. Игра должна идти очень хаотично. Это будет на руку Минески, то есть там постоянно какие-то драки, там где-то кто-то кого-то убивает, Энигма не успевает дофармить свои слоты. Если игра идет спокойно, то есть там... ВГДЖ Шторм, собрались, пошли, дали блэкхол, пиковнули, разошлись. Энигма фармит. Снова блэкхол есть, пошли, дали блэкхол, убили, разошлись, продолжает фармить. И Энигма берет себе блинк плюс БКБ, и уже против этого играть сложно. Поэтому Минески нужно навязывать высокий темп игры. Вопрос, есть ли чем навязывать этот высокий темп? Да, есть чем. Лин в миде герой агрессивный, тролль, если играет не через бэф, он тоже достаточно опасен, он рано может вступить в бой. И вышки быстро ломает, и фармит хорошо, и статов у него много. Но про Тайхантера, я думаю, что без комментариев один Ревидж может изменить ход драки. Ладно, глянем. Очень интересный драфт от VGG Storm. Они Энигму показывали много раз, как они действуют. Сникинг использует оба билда. И АФК фармящий билд через Мидас и Аркан или Soul Ring. И билд динамичный через Доминатор или там через Solar. Пару раз тоже видел его демки. В общем, умеет этот парень на Энигме делать правильные вещи. Любопытно. Отлично, решающая карта. Два таких крутых героя под драку. Энигма против Тайдхантера. Но скоро узнаем, как все пойдет. Джабс на верочке снова. Тролль на легкую, то есть тут пока по лайнам 3-1-1, хотя я думаю, что нинджа-буги, конечно, будут смещаться на центр, на топ. Энигма, две перчатки, 4 кларитоса, танго. Такой вот закуп у Сникинга с нулевой минуты. Посмотрим, куда вард поставят здесь. Заблочить спаун не получается. Заблочить спаун уже точно не получится. Там позицию занимают игроки Минески. Так что вард можно воткнуть где-то вот тут. Вообще, в GG Storm хотят, похоже, в боте Фирсблад сделать. Смоук есть. Смоука нет. Ну, по-моему, ожидают Минески это. Смотри, Мун снова убирает позицию вот этого вот анти-смоук. Если кто-то вот так будет идти, то смоук развеется. И при этом Муна бы не нашли. То есть ребята ожидают, что могут к ним прийти. Потому что на карте пока Шторм вообще не палится. И смотрим, будут ли они выходить. Выходить-то будут. Им нужно две руны забрать. То есть отнять у соперника и забрать свою. Очень интересно, как МСС поведет себя. То есть вот, что произойдет. Будет ли он стартовать в боте с Infernal Blade, как-то гонять тролля? Или гонять Sand King'а? Все-таки тут два мелишника. А руну хотят забрать третью. И в итоге МСС Doom забирает. Все-таки забирает. 2-2 по рунам. Интересно, что будет по большим спаунам. Конечно, мы понимаем, что от этого зависит общий лейнинг. Попадается сатир круто, попадается какой-то дикокрыл, то ну, такое себе. Если кентавр, то уж подавно. Стан это круто, но сами понимаете, только сатир. Ну, какой-то тролль еще, в принципе, неплох. Через него можно играть. Кидать сетку, пытаться. А все-таки МСС поможет немножечко сникингу на лайне, чтобы ему кларити не сбивали. Будет сразу прям в крипах стоять. Если ты играешь на один на лайне, то ты просто двух ренжевиков съедаешь и чувствуешь себя комфортно. Вот, под вышкой потом фармишь. Но если у тебя есть четверка, вот видишь, он как бы кларити выпил, ему сразу сбили. Это плохо. Вот, поэтому против тролля некомфортно играть. Там вот против лайфстиллера, против джиггернаута очень удобно. Они тебе не могут никак сбить, а тролль может, спектр может. Ну, Рейс Кинг плюс-минус тоже может сбить. Веселуха на топе у Ромки Резолюшена. Уже и Джабс не жалеет виндран, и Гаш на первом уровне прокачивается, айс, и Резолю активно убивает танка. Я думаю, что ВР-ку должны как-то понерфить, сделать ей виндран чуть подороже. Ну, типа 50 маны, это реально, ну, это шутка. Ну да, когда у тебя манапул почти 400. Да. Просто 8 раз ты можешь нажать этот виндран. И учитывая, ну да, учитывая, что еще атаки, мана будет восстанавливаться за эти 8 раз. Да, ну, даже 9, наверное, раз ты можешь нажать. Ну, фактически, с ВР-кой нужно, ну, либо ей начальный стартовый дэмэдж подрезать, там, на двойку хотя бы,
Либо Виндран сделать подороже маны на 10, на 20. Ну, это минимум, что нужно сделать. А желательно, конечно, даже еще чуть-чуть поднять. Потому что она прям, ну, слишком популярна сейчас, слишком сильна. Так, что там по Думу, кстати? Дум. Большие спауны. Тролль. Это большой спаун. Тут урсы появились. Не повезло, пока крипы ни о чем. Руна невидимости для МСС. Скорее забирай, чтобы противнику не отдать. Все-таки Сан Кинг мог бы ее реализовать немножко поинтереснее. Даже выйти на мид. Все-таки у нас на центре лишь рак стоит. Герой не самый плотный. И могли бы попытаться убить. Тем более, учитывая, что у Лины скоро появится еще и стан один. Дополнительный к Сан Кингу. Ну ладно. Инвиз Дума. Джабс продолжает веселиться. Ракету, правда, не успевает разрушить. Так бы и зафармил бы, и в стане не находился бы. У Резолюшена было 6 танга. За 2,5 минуты выбили все. И, разумеется, Резолюшен нужно вести еще реген снизу. Эдолоны. Пытаются тут на джебуге немножко их пробить. Топорики полетели. У Энигмы больше, кстати говоря, нет кларити. Все. Ну, там Соул Ринг уже летит. То есть, а, окей, окей, все. Ну, как бы есть у него, должен быть Соул Ринг. Там, правда, курьер отправляется к Роме. Кто? На топе, айс-айс-айс, в соло идет. Появится манга, будет гаш, и, возможно, СПГ здесь отдаст ФБ. Смотрим. Есть стики. Ну, он нажимает манга. Ну, но рискует, на самом деле. Повершот не попадает. Ах. Чуть-чуть, чуть-чуть. Джабс круто здесь работал, но не получилось. Курьер летает. Благо, он уже летающий. Летающий курьер летает. И Тайдхантер погибает. Жаднич! Очень жадно здесь сыграл. Айс, айс, айс. Наверное, после того, как повершот был мимо, надо было просто уйти. Там и Глимс появился. Да, и ФБ просто для СВГ в соло. Подкоп от Нинджа Буги в МСС мимо. Ну, а Дизраптор, разумеется, просто ушел на базу. Купил себе ботинок, купил фласку. Наверное, даже для Резолюшена. Не сильно расстраивается, да. Дизраптор там забрал, смотри, артефакты Резоля. Сейчас вернется с ними на топ для того, чтобы не эксплуатировать лишний раз курьера. Резолюшен действительно туговато пришлось на первых минутах, но мы вспоминаем его лайнап Луны против Сэнкинга или Широка. Ему тоже пришлось туговато в самом начале. Но он, в конце концов, все-таки там за счет сделанных фрагов и полученных ассистов смог сдержать хороший нетворс в конце стадии лайнинга. Вот здесь вполне вероятно, что произойдет то же самое, потому что Герокоптер — это очень сильный персонаж на линии. Как и Луна. Пытается МСС на хосте найти хоть одного нормального крипа, но... Таки кушает сатира, притом, по-моему, большого он съел, да. Манаберн у него появляется. Кстати, нормальная тема. Манаберн 100 маны там, по-моему, туда, да. Да-да-да-да-да. Некуда только его особо применить. Можно было бы линию ману выжечь. Все равно он стоит 50 маны. Манаберн. Ну и, кстати говоря, маленький сатир будет помогать, например, против Эрки. Спуржить быстренько Вендран. А чувствует себя муж на этой линии очень комфортно. Очень комфортно, абсолютно всех, да, крипов. На топе СВГ. Повершот был. Замедление висит на дизрапторе, но уже под башню идти нельзя. Очень спокойная дота. На центре вообще ничего не происходит. Просто лишь Рак и Элина 1-1 стоит, фармят. Рейндропы есть. И у того, и у другого. По итогу тут даже особо не прохарасишь оппонента. Только рейндропы максимум, что можешь сделать. Сбить их и все. Пятая минута. Баунтосы контролятся. И три баунти руны для команды Минески. Только одна для Вичи Гейминг Джей Шторм. Дум покупает смоук. Конечно, понятно, в чем идея этого предмета. Особо его тут не реализовать. А дизраптор просто пулит. Невидимость для Джабса. Прекрасно это я вар видел, поэтому сейчас буду аккуратненько стоять под башней. А этот хантер остается на своей сложной линии один. Такая верка, как мы видим, ушла в мид. Там, кстати, возможно, будет встреча. МСС находит Нинджа Буги. Джабс. Шеклшота нет, только уровень 2. Просто укапывается Нинджа Буги. На этом все закончится. Хотя МСС гонится дальше, но Infernal в любом случае в кулдауне. Нинджа Буги ушел. Муши. Фармит Эдолона. Фармит, на самом деле, и Снэйкинга здесь. Снэйкинг достаточно больно. Эдолона всех отдает.
Да, то есть брали Энигму, а в миде убили у нас еще и Лешака. Лагуна, Павершот и Шекл. На топе брали... проблемы у Айс-Айс-Айса. Бара через секунду, но тут появляются крипы, есть Глимс, Глимсуют, Тайдхантер, стиков много, он играется. И контратака, Якорек попадает, Шекл есть, ну главное, что легкий дизейбл. Павершот, резолюшн в таверну, и возможно это еще не конец. Пытается убежать дизраптор. Гаш появляется, но тут СВГ очень круто сыграл в деревьях, просто прошел вот так вот и скрылся. Но смерть для Резолюшена. Новость не самая хорошая. У Резолюшена, честно говоря, и так линия такая, что за каждую крипа он воюет. Посмотрите разницу между троллем и герокоптером. У тролля явно поприятнее лайн был, да. Тут он ведь еще и долонов каких-то подфармливает. Не просто всех крипов он старается добивать. Нинджабуги заходит со спины и копает... Сникинга, и Сникинг не должен уйти здесь, там... Ну, слушай, сейчас будет уходит, контратака. Уходит, да, жаль, уходит. Что нет блэкхола, было бы вообще весело. В итоге Энигма на Кларитосе, подкоп на Герокоптера, скорее продает себя Сэнки. Очень ему больно, там появляются колдауны. Вот так вот, убийство. Делается на Ниджабуге. Резолюшн останется на этой линии по итогу. Энигма пойдет на базу, наверное, полетит просто на легкую. Там долетают только фейзы Муши. Курьеры использовали. Ну, Муши, кстати, не потерял здоровье после этой атаки. Ему там чуть-чуть буквально досталось, но в целом восстанавливаться ему особо не надо. Есть у него хила, мана регенится, стики заряжены наполовину. Притащил себе Кларитос, так на всякий случай, может быть, да, прожимает прямо сейчас. Но его собьют моментально. Обидно получается. Мун, кстати, телепортировался в бот, будет Муши здесь байтить. Однако байтить не пришлось, просто нападают на Резоля, и это минус. А слушай, МСС можно по Локи убить, хоть он под землей, но он лишь первый. Там стики есть, Мидлайс очень быстрый. МСС. Одного задува хватит. Так? Ах, не попадает. Прожимает МСС, ну там даже если попало, наверное, не убили бы Дума. 250 хп было, урон 30, наверное, да. За счет резиста. Джабс накупил вардов, пока, правда, нет возможности их куда-то поставить. Нинджабуги приходят в мид. Ну, пока мы видели, что Лин остается снизу вместе с Муши. Муши пока везут тиммейта. Муши начинает аккуратненько вместе с Муном давить. Как тебе, кстати, прокачка от Муши? Топорики берет. Мы видим в 4. Берсерка. Ульту не берет, 3. Ульту не берет, да. Ну, на лайне она лучше смотрится. Ну, то есть это для фарма прокачка. Хэдхантер, Рэвидж, пошел просто вот так вот вперед. Энигма, Блэк Холл, есть Энигма, выходит, Снэйк Кинг. Давай. Тут Блэк Холл даже не понадобится. Имун при том живет, у него есть стики, зарядов много. Но тут его просто закрывает бутербродом. Откидывается стану, пытается убежать от баража. Залетает просто булыжник от Дума. Он там скушал до этого голема. И Лину убили. Блэк Холл не потребовался. Джабс пытается убить дизраптора, но не попадает по варшотам. Попал бы, наверное, пошел бы до конца. Там еще Нинджабуги пожадничал. Что если бы он попал, он бы, наверное, даже убил бы. А, там мало было здоровья у дизраптора. Нинджабуги, да, наверное, умрет. У него нет броустрайка, вот он стоит, ждет. Но его, конечно же, никто отсюда не отпустит. Фраг достается резолюшену. Пока 1000 золота у Сникинга, не торопится он покупать всякие рофлы-артефакты, типа доминаторов и прочих. Вот, ждет, может быть... Купит пайп первым, может там худ какой-то, может смеки начнет, а может быть просто сделает медасик. Но пока копит деньги. Блэкхол, похоже, хочет скастовать. Никит краешком прям цепляет, молодец. Остается сделать очень важный фраг Билли Тайтхантера, который чувствовал себя просто великолепно первые 10 минут. Да, он отдал ФБ, но на лайне его не сильно ограничивали. Думаю, а тут вот в центре подставился, да. МСС, бегал невидимости, но... В итоге в центре оказался вартой. Мун. Даже без ультимейта, просто стан. Задовочка и убийство. Падает башня на центре. Происходит своеобразный размен. Приходит на центр Нинджабуги. Ну, далековато уже дизраптор. Не подкопать. Но этот хандер после смерти улетает на топ. Дофармливает свой худ. В этот раз ISSS решил без каких-то супербыстрых блинкдаггеров сыграть, да? Ну да, как классический Тайдхантер.
2018-2017 года, так сказать. Атака на Муна. Есть Шекл. Хорошо. Герокоптер связали. Выходит Мун. Напоминаю, есть Лагуна. Хорошая работа от Снейкинга. Приходит Муж и замедляет. Наверное, Резоли не отпустят. Придется просто Энигме уйти. Притом хотят именно еще Энигме сбить телепорт. Успевает ведь сделать это. Отличная работа. Почему не закупился ничем? Вот... Да, у него были, у него. Но он мог рецепт купить золота. Точно. Рецепт 100% покупал. Конечно, он мог купить рецепт вообще. Но у него даже квикбая не было этого. То есть квикбай только после смерти появился. Ошибка грубейшая здесь от Энигмы. Ну, это правда грубая ошибка. Вот так вот потерять деньги, когда тебе Мидас нужен. Мидас нужен как можно скорее. Тайтхант Рейс Рэвидж. То есть сейчас выигрывает немножко времени, хотя там у Дума есть ультимейт. Но если сейчас МСС не скастует, это будет ошибка. Кастуй, дружище. Кастуй! Не хочет. Ну ладно. Нет так нет. Эпицентр, Ниджабуги, стан от Лины. Как-то легко расправляются прям со своим соперником Минески сейчас. Первые 12 минут, и они настолько сильно доминируют. Муши вообще не получил какого-то давления в боте, хотя там Энигма, Дум такая сильная, казалось бы, линия. То есть его должны были там хоть чуть-чуть-то от крипов отзонивать, но получилось, что Сникинг, он крипов-то поедает, но он ведь при этом еще и эйдолонами фидит. Частично. И при этом тролля, ну, не гоняет. То есть стоять Энигмой против тролля очень неудобно. Об этом на стадии драфта я говорил. Вот, но я думаю, что, может быть, там за счет Думы как-то смогут исправить эту ситуацию. Но нет, не получилось. И вся надежда на то, что Энигма все-таки выйдет такой в относительно ранний лейт с блинком БКБ. Мидас, блинк БКБ. Вот. Это все, что нужно. Это все, что нужно Сникингу. Но еще и блэкхол дать, понятно, да. Ну, тут уже, как бы, знаешь, все зависит исключительно от тебя, когда ты, ну, от тебя и от твоей команды. Если ты купил Blink плюс БКБ, сбить Black Hole здесь попросту нечем. Попросту нечем. Можно Энигму убить за Black Hole, но это, ну, довольно редкое явление, когда такое происходит, да, потому что когда Энигма дает Black Hole, его никто не сбивает, а обычно она там, ну, 2-3 человек может поймать. И, ну, редко возникает такая ситуация, когда Энигму действительно можно за Black Hole забрать, если там нет каких-то массовых Blade Mail'ов, которые активируется, и Энигма сам себя убивает Midnight Pulse и Black Hole. Вот, и... Ну, темп Минески нужно держать хороший. Постоянно бегать, убивать кого-то, чтобы, во-первых, отсрочить покупку блинка плюс БКБ. И даже когда блинк плюс БКБ у Сникинга появится, у игроков Минески будут настолько крутые артефакты, что одного Black Hole может даже не хватить ВГДЖ Шторм, чтобы выиграть тимфайт. Задумили. Они убить его не могут. У него реген идет, просто ему наплевать, посмотри. Понимаешь, в чем дело? Вот на нем висит Дум, и он прокает как бы пассивку, он его дамажит периодически. И вот Дум висит, кинули замедло какое-то, но Дум его подкоцал лишний раз, прокает пассивка, замедление спадает. Он бежит дальше. Он опять потихонечку теряет здоровье, ему там какой-то опять подкинули дизейбл неприятный, а у него снова кракеншелл срабатывает, он снова убегает. То есть это тут, с одной стороны, Doom, конечно, круто кидать в Тайда, чтобы его быстро убить, не дать Doom ему круто. Возможность кастовать Ravage. А с другой стороны, когда ты его гангаешь и кидаешь ему Doom, если ты не уверен, что тебе хватит дэмэджа, то лучше Doom вообще не использовать. И, ну, не пытаться этого Тайда как-то забрать. На самом деле появляется у Минески окно, когда можешь сейчас попытаться пойти самим, либо попушить, либо даже подраться без Дума, там, быть уверенным, что Энигма попадет по Black Hole, там, по трем героям. Я не думаю, что так получится у Снейкинга. Окно у них такое, знаешь... Ну смотри, они забирают Т1-Т2. Очень крупное, я бы даже так сказал, потому что Энигма вот с таким билдом — это герой АФК. Вот он почти ничего не делает. Да, то есть он должен доминировать как-то, вот там с какими-то доминаторами, там соларами, ПТ, если купить, там Hood of Defiance, как-то бегать, впитывать урон. Но давай смотреть, что на топе будет происходить. И скастовать Black Hole. Вот ну, вот она, Windranger, можно крутой шекл дать, видит Дизраптора подкопали, его должен быстро убить, Энигма пытается подойти, тут еще эпицентр, окей. Продают как минимум Дизраптора, как много в него дали, Лагуна даже залетела, которая уже не нужна была. В итоге это все. Там за счет Юла Мун зарегенится без каких-либо проблем, он потратил эту лагуну. Лагуна быстро восстановится, мана тоже быстро восстановится. Ну вот, вышли в топ в ГДЖ Шторм. Что, они вышку сломали? Сломали. Все-таки сломали-то Минески две башни. Они сейчас идут на Рошана, и прикол в том, что все равно окно остается. Ответить нечем. Пока Энигма не купит хотя бы блинк,
ну, сделать что-то сложно. Ну, ладно, даже если Enigma купит Blink, все равно сбить его очень просто. Рейнджовый стан Лины, стан Сент Кинга есть, который уже 4 уровня. Шеклшот, это сколько? Да даже Юл Лина работает. Юл 4, Ревач, который просто по всему экрану распространяется, это 5. То есть 5 скиллов, 5 кнопок, которые позволяют сбивать Блэкпол. Ну, я не знаю, как сникинг. Тут надо ждать скиллы, то есть ждать, пока Лина потратит стан, ждать, пока Ревач пройдет или давать Black Hole в Tide Hunter, и при этом ожидать там подкопа в Сенкинга. То есть позицию нужно сникингу выждать очень-очень долгую. То есть ему нужно паузу прям взять в тимфайте. И желательно, конечно, чтобы за эту паузу не умерли все его тиммейты. Иначе, если все они умрут, то от Black Hole не будет никакого смысла. Не, мы, конечно, покричим Black Hole по пятерым, но смысла в этом не будет никакого. Не, если Black Hole будет по пятерым, то ну, это без выигранный тимфайт. Без Найтпульса, если не все погибнут, кроме Энигмы, то я сомневаюсь. Ну, в таком случае, да. Вряд ли это что-то перевернет. Почти Сан Кинг с Блинкдаггером. Совсем немножко осталось. Сюда приходит Дум, сюда идет Явар. Ну, и быстро ничего хотят Глим садуть, но... СК прячется в лесочке. Ой-ой-ой, его там Ромка Резолюшн получает Юл, получает... Ой, ошибается Мун. Прощает сейчас, говорит. Ладно, отпускаю. Снизу, снова Нинджа Буги. Снова пытается спить, снова не получается. Энигма покупает блинк. Вот он, долгожданный блинк. Да. Ну, надо фармить дальше. В принципе, время пока тянется. Минески не делают ничего такого прям сверхъестественно, чтобы выиграть эту игру прямо сейчас. Но ну, в ГДЖ Шторм чувствуют определенное давление. Играют крайне осторожно. Играют вторым номером на карте. На Аскане спалили Дизраптора. Ну или кого-то там спалили. Дизраптор, да. Не знают, да, что кто-то есть. Минески не знают, кто точно. Ну, это оказался Дизраптор. Ладно, конечно. Хотелось бы что-нибудь подороже, но... Ну, Сэн Кинг сейчас боковой лавочкой Блинкдаггер купит. Получает ассист, получает немножко денежек. Лина с Аегисом. Там на центре, я смотрю, Тайдхантер просто идет. Просто вперед. Сбивает рейндроп. Спамит таунт. Получает стан. Но притом здесь SSI в один момент реально был один, но на него все равно не захотели нападать. Ну что, есть у меня Минески Аегис, есть БКБ у тролля, есть блинк у Сан Кинга, и, наверное, есть смысл попытаться сейчас забрать Т2 на центре, если что, здесь подраться. Ну и, разумеется, надо держать позиционку, надо расставить варды, дабы Энигма не мог просто на халяву пройти, там прыгнуть и поставить свой блэкхолл. Никакой защиты. Снизу брейв от Сан Кинга. Просто в соло. Просто в соло врывается, работают стики. За счет этого Свыжи все-таки живет. Ставится Тикшторм. А че так боитесь-то? Они не видят, да ничего. Да, они ничего не видят. Они просто не знают, где оппонент. На топе. Атака. Black на тролля. БКБ нажал. Окей, ну Black Hole все равно пробивает. Но этого урона не хватает. Тролль на развороте начинает отъедаться. Шекл есть. Ну, муж, если бы не нажал БКБ, его бы убили. Его конечно бы убили 100%. Герокоптер бы впрягся и... Ну, тут даже не то, что реакция. У Муши было время понимать, что в тебя прыгает Энигма, и сейчас будут... Да, знаешь, кстати, самое смешное, что Резолюшн мог бы хотя бы руками побить. Этого бы вполне хватило. Но он что-то то туда, то сюда, то туда, то сюда. Надо просто было подойти и бить в этот Black Hole руками. Возможно, что-то бы вышло. Все, у вас окно в 2 минуты плюс. Когда у противника есть лишь Doom. Вы еще из доминации. Дизраптор здесь точно. До свидания. Да, пауэршот. Задувочка, стан. Лагуна не требуется. Энигма закупает книги. Ахнуть 15-й-то скорее. Колдаун редакшн бы не помешал. Кинг все в смоке и на хосте. Врейв. Находит герокоптера. Ой, на лоу хп. Пауэршот. Резолюшн на барабанах. Пытается убежать. Драгонслайф мимо. Хотя близко на вардах ведь. Резолюшн. Но пойдут ли дальше? Зацепили ли Рака? Есть Дум на Сэн Кинга. Любопытная цель. Лучше б на тролле. Ну, я вот тоже вот об этом подумал. Вот Сэн Кинга еще можно и заденаить сейчас. Да, деная Сэн Кинга. Там еще продолжение есть. Шекл был на герокоптера. Погибает все-таки Джабс. Он шел до конца. Резолюшн остался на один удар Shadow Blade. Это даже обычный удар от Лины. И эта тычка... Пах! Элегантно. Элегантно. Достигает герокоптера. Да, герокоптер как платочек кинул Мун просто вперед. Мекка у Тайдхантера, ну... Ну ладно, наверное, если был бы Дум на тролле, все равно бы тролль бы здесь выжил бы. Можно было бы развернуться как-то там. У него было где-то 600 хп, там, ну. 600-500 хп. Дум плюс буквально парочка скиллов, там можно было засуицидиться. Фишка в том, что кроме Дума там никого не было, все остальные просто пытались убежать. Их отзонила ВР-ка, да, но...
Там как, ну, как-то можно было сыграть. Ну, ну ладно, как получилось. Обидно то, что даже Сент-Кинга не убили, понимаешь? То есть потратили скиллы, и Сент-Кинга в итоге заденайли. Его убить-то убили, но денег и экспы за него вообще никто не получил. Ну, следующая остановка Black King Bar. Никинг аккуратненько прячется в лес, кастует идолонов там оттуда. Тоже очень такой хитрый стиль игры на Энигме, когда ты вот просто стоишь в лесу и спамишь идолонов. То есть не надо стараться играть именно так, потому что когда ты показываешься на лайне, соперник тебе не боится. Хоть и Black Hole таймят, но все равно Энигма может выскочить откуда-нибудь, там дать Малефай с 4 уровня. Он тоже, между прочим, не слабо дизейблит. Целых 3 секунды стана в сумме, да, это Малефай с 4 уровня. Вот. Ну и плюс на тебя тоже не нападут, если ты просто из лесочка аккуратненько идолонов кастуешь и отправляешь их на лайн. Заход на Т3. Вынуждают Бичи Гейминг Шторм нажать глиф. Минески. Пошел защитный кулдаун. Напоминаю, что Аегиса уже нет. Тайт Хантер закрывает Кинетик Филд. Заходит стан. Миднайт Пульс. Эпицентр от Санкинга. Санкинг прорывается под дэмэдж. Вау, как же это было красиво! Black Hole пошел, Хантер, Лагуна, есть! Найкинга просто в этой Black Hole убивают, в размен на двух игроков команды Минески, но больше никого Вичи Гейминг же Шторм убить не могут. Остаются тролли, остается Лина, но два байбека пугают. Минески, в общем-то, нужно отсюда уйти, оставаться ну, нельзя. Ну, Black Hole и правда был хороший, жаль, ну, не было героев, которые могли бы чуть посерьезнее дэмэджа влить. Герокоптеры, думаю, оказались в таверне. За счет байбеков дефуют по-прежнему сторону ВГЖ Шторм. Я бы, кстати, на месте Сникинга призадумался над левой веткой в такой игре. То есть даже не КДР взять, а ГПМ. Чтобы, ну знаешь, из такой помойки выбираться сложно. Но когда ты вот так сильно проигрываешь, тебе нужны слоты в первую очередь. Тебе нужно дать один просто хороший блэкхол, который, может быть, бы еще дамажил. То есть взять ГПМ, купить еще Аганим. И просто за один Black Hole выиграть тимфайт. Это поможет. Хорошим было бы решением. Посмотрим, что выберет Сникинг. Вот сейчас, если он сбросит Мидас, то он возьмет левый талант. Не сбрасывает, значит будет правый брать. Все, вот это аналитика. Ну, так... Жестко, жестко. Но справедливо все так. Ты сам понимаешь. Правда, лес пустой, в чем прикол. Сейчас появится. Просто весь лес. Тиммейт руинит. Сейчас еще должен резоль заблочить. Почти. Нет, слушай, сбросил. И вкачал. И вкачал. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Вот в таких мелочах кроется успех, понимаешь? Он должен был сначала... Если команда Vici Gaming Store проиграет, может эту скоп писать. По этому поводу, я считаю. Что вот если бы он прокачал талант после... ладно. Убивает Энигму. Уму на 12-1-5. И снова готовы Минески заходить. По топу. Энигма не будет 50 секунд. Black Hole не будет минуту. И, наверное, можно прогуляться по топу прямо сейчас. Ну что, будем раскрывать скобки, пояснять, почему надо... Что? Да, почему нужно дождаться было 15 уровня, а потом... Так, господи, ты так за кого наших зрителей держишь? Мало ли. Ну, господи. Блин. Всякое бывает. Ставь лайк, если у тебя Divine 5, и ты вообще не понимаешь, о чем несут комментаторы, что они говорят. У Форса топ 400, я напомню. Так, я горжусь таким сокастером. Что топ 400? Почему не топ 20 сразу? Идут пушить. Минески не будет Black Hole еще 20 секунд, и Нигман соспавнится через 10, сможет Midnight Pulse положить, чтобы как-то замедлить атаку игроков Минески, но Минески, видимо, после спавна Энигмы сами не особо горят желанием идти дальше в бой. Так, что там по ПКБ? Я вот только за этим слежу. Сникинг, ну, уже близко. Остается по факту только рецепт купить. Но вот за то время, которое Сникинг будет этот рецепт фармить, может пройти драка, которую в ВГЖ Шторм проиграют, и тогда не лишатся просто двух лайнов моментально. Потому что не будет Black Hole, не будет Дума, если Минески потеряют минимум героев и максимум дэмэджа нанесут, они могут просто закончить эту игру. Ну так, как бы формально, да? Точнее, неформально закончить эту игру. Формально нужно будет еще немножечко посидеть на карте 10 минут, забрать Рошаны, там, дофармить по слоту, и тогда уже можно будет заканчивать. Ну и задача в ВГЖ Шторм, естественно, не встрять в такую ситуацию, когда будет навязан бой
нежелательный команде в ГГ Шторм. Смог разбивать Минески. Избегать. Посмотри, сколько вардов Минески наставили на вражеской территории. Три прям почти в одном месте варда. Ну, что в боте они ничего треугольник не видят. Треугольник Иллюминати. Да, в боте они ничего не видят. И в ГГ Шторм могут... Ну, если они понимают, что там в топе все заваржено, они могут играть вокруг бота. Подцепили Нинджабуки, и Нинджабуки умрет. Топ сразу же телепортируется Энигма, там появляется немножечко пространство. Командует МСС своим бойцам: ребята, отпушивайте, отпушивайте, потому что если отпушивать вы не будете, соперник дойдет до ХГ, и тогда боя не избежать. И ВГДЖ Шторм делает сейчас все для того, чтобы отпушить лайны. Энигма очередной раз использует медасик. Вот чуть-чуть буквально остается. Чуть совсем до рецепта Блэкинг Бара. Резолюшн мы отмечали, что нагоним тарит после ПКБ? Нет, не отмечали. Но это стандартный билд на гирокоптере. Плинку тролля. Жестко. 20 левел. Можно. 20 левел — это ключевой уровень на тролль в Варлорде, потому что там появляется талант на урон. Целых 50 единиц. За просто так. Гривзы у Тайда. Гривзы плюс пайп. Айс решил в этой игре без блинкдаггера играть. Ну, здесь ему блинкдаггер, наверное, уже и правда не особо нужен. С той точки зрения, что Энигма с БКБ блинком будет давать блэкхол, и реведжем ей блэкхол уже не собьешь. Но, с другой стороны, за счет блинка можно напасть на Энигму до активации БКБ блэкхола и постараться даже не выпустить из дизейбла. Второй Рошан. Вот против Аегиса и Сыра Блэкхол, кстати, тоже работает не очень хорошо. По понятным причинам. И в ГГ Шторм идут драться. Очень вовремя появляется БКБ. Но Минески, они стэт ждут. Они понимают, что к чему. Они байтят на Рошана. И у них позиционка реально крутая. То есть Блэкхол можно по одному дать максимум. Джабс. Никинг ждет. Тэдхантер выходит. Блэкинбар. Статик Шторм ставится. Зацепили. Явар под Блэкинбаром. Что по Блэкхолу? Что по Блэкхолу? Что по Блэкхолу? Давай, Энигма, врыв. Ай-яй-яй, ну а теперь все. А теперь выбегает тролль и башит тебя с одного удара. Вот так вот. Сбили реведжем, понимаешь, блин, Книгма. То есть Сникинг стоял вот здесь, а реведж был вот здесь. И до него достал реведж вот здесь, в этом участке. Он не ожидал, что такой большой радиус. Да понятно, понятно. А Блэкхол он в итоге, кстати, потратил, да? Да, он дал его, он понял, что... сразу? Ну, он понял, что ни по кому не попал. Он мог, конечно, кастовать, чтобы все смотрели и кидали лул в чат. Но... Да. Не, красиво это, если бы у него был в космос, а это что это? Не. А у него нет У него обычный Блэкхол, конечно. А, ну тогда вообще зачем на Энигме играть? Зачем он кастует Блэкхол? Зачем он его прокачал, в принципе? Вот как-то так, да. Ну а теперь, когда у Минески есть Аигис, они даже Блэкхола не боятся. Ибо... Потеряв первую жизнь в Блэкхолле, ты возродишься и потом всех просто поубиваешь. Падает этот Риглем, сует. Ну там сыр, там БКБ через 2 секунды. БКБ, да. Поэтому не страшно. Я удивлен, что Минески не пытается сейчас просто вот прямо сейчас зайти. Ну типа так, ну, попробуют. Да. Ну типа взять, зайти и всех убить здесь. Что могут сделать Вичи Гейминг, Джей Шторм? Ох, какой шекл! Какой шекл! Просто нереально! Гирокоптер выкупается, Дум выкупается, Муши, подметит пульса, надо отходить назад. Глимс назад на Муна, Мун, что по сыру, сыр в последний момент используется, это хантер больно, Айс пытается убежать, не хватает урона, и Явара сейчас должны уничтожать. Подходит сюда еще Айс, пауэршот, минус Явар, Явар без байбека, Энигма еле живой, на 100 хп уходит на базу. Ну и Эпицентр, Дизраптор, добрый день, вечер, утро. Ночь, Энигма. Врейв. Сейчас бы Блэкхол, но Блэкхола, к сожалению, нет. Муши по-прежнему, напомню, с Аегисом. И падают казармы. Ну, отсюда уже Минески не уйдут. Этот лайн они заберут 100%. Пойдут ли в бот? Или в топ? Но в топ сначала, топ, там топ, бараки топ. Без тавера стоят. Согласен. Тут согласен. Разбили ракетку, пытаются в ГГ Шторм отспамливаться скиллами. Но, ребят, урона когда... уже нет. Ты так смотришь, гирокоптеру рапира уже нужна, чтобы урон выдавать. А не, гоним, наверное. Джабс просто бегает, вперед побежал. Но, ничего. Казарма мечников пала, поэтому задача выполнена. 26к, преимущество.
Притом сейчас Минески минутку подождут, снова нажмут смоук или просто пойдут по ботуму, и ситуация повторится. Санкинг покупает худ. Моно снизу, могут быть трудности. Если какой-то детекшн центре нет, гемы понятно. Не думаю. Нет. Ой, Ромка! Ну тут никак не просчитать этот момент. Лину убить тоже не удается, она активирует БКБ и уходит. Ну, ребята пытались выйти, найти какую-то соло-цель. Но не вышло. Ну все, начинается флейм типсами. Потролливают, потролливают еще. Жуки. Да. Появляется Скади у тролля. Ну, ладно, по крайней мере на ХГ смогут еще в ГГ Шторм подраться. Тут есть Black Hole, 1200 золота у Enigma. К сожалению, ни одного слота сникинг нафармить не успеет к той минуте, когда Минески подойдут в бот и будут пытаться закончить эту игру. Ну что, будем смотреть на Black Hole, там на центре атака, ага. Окей. Ну, деньги на байбек есть. Есть деньги на байбек, но там AX до сих пор. Только что блокинбар использован, да. Но там он и так уже 5-секундный. Доедало Сулины. Наверное, какой-то микро прям шанс, прям микро-микро есть. При каком-то нереальном блэкхоле с Midnight пульсом. Ну, сейчас мы это узнаем. Но позиционка, да, у Минески слишком крутая. Они не, конечно, поставляются пятером, они поставляются даже втроем. Как-то надо дождаться, пока Егис закончится у тролля, потому что убить его не выйдет. Форсит БКБ троллю, но троллю... А, у тролля, во-первых, нет БКБ. У тролля БКБ нет. А поэтому... во-вторых, у него Егис, поэтому даже если у него был бы Блэкинг Бар, он, наверное, не нажал бы его после этого Глимса. Ну, на месте Минески я бы действовал сейчас, потому что пока Егис есть, они могут просто троллем бить ХГ. И не бояться, что Enigma попадет блэкхолом по троллю, и на этом все закончится. Видимо, Минески просто отлучились ненадолго, пока крипы идут, для того, чтобы разбить шрайн. Шрайна не разбили. Остается 36 секунд. В принципе, время есть, чтобы забрать Т3. Глиф у команды GMG Storm отсутствует, еще и не будет его минуту. То есть можешь забрать даже казармы с запасом. Потом пайпом бафнули тролля, и муж просто отгрызается. Okay. Ну, выход сникинга сейчас. Эпицентр, врыв, Enigma БКБ, блинк пока не используется, врыв на гирокоптера, Black Hole. Что по Аегису? 10 секунд еще Аегис в инвентаре, Enigma погибает без байбека, без Black Hole. Теряет роль своего Аегиса, он бы и так исчезал. Тайдхантер с думом, но вообще ему наплевать. Рэйвэдж даже здесь не нужен. Все решилось в этом тимфайте, который был в Рошпите. Вот если ПВО в ГГ Шторм смогли бы выиграть, у них еще сохранялись бы шансы. Но поскольку они его проиграли, шансов уже просто не осталось, потому что после этого, ну ты сам видел. То есть даже если бы Enigma этого тролля убила, там был бы Аегис, и ну и что, Black Hole уже потратили, и ноль импакта. Молодец, конечно, Сэнд Кинг очень круто влетел. На самом деле он реально влетел круто, потому что его задача была заставить Enigma активировать БКБ и сбить блинк. Там не надо было кого-то продамажить этим эпицентром, просто сбить заставить нажать БКБ и заставить Enigma чуть-чуть отойти, чуть-чуть отстрейфиться. И в итоге Лина выжила, то есть в Лину Black Hole не попал, попал он только в тролля, а целился наверняка сникинг в первую очередь в Лину, потому что у тролля была Егис. И Лина там с огромного ренжа просто расстреляла с критами, там буквально 4 атаки, прокнула 1-2 крита и все, сникинг рассыпался. 0-7-7. Сыграл. Да, на самом деле у каждого, если смотришь счет, понимаешь, что и у Еварда игра не пошла на этом лишь ракет 2-7-3, то есть особо не убивал. Ну да, да.